стабилизации необходимо придать ноге положение ближе к физиологическому. При транспортной мобилизации нам необходимы транспортные шины, но в нашем случае мы используем подручные средства в виде двух досок. При этом иммобилизационный материал должен быть шире ноги пострадавшего. Иммобилизационный материал должен захватывать как минимум два сустава. Устанавливаем шину с двух сторон. На места костных выступов накладываем марлевые валики. Закрепляем иммобилизационный материал с помощью циркулярной повязки.